Ой, ой-ой-ой, ой, ой-ой-ой. Так, шарик, ну-ка, давай лапу, дай, дай-дай, дай сюда. Шарик, шарик, давай лапу. Молодец. Что это, что, шарик, что ты что-то грызешь? Шарик, что у тебя во рту? Жор, ты ему что-то со стола дал? Нет. Шарик, что у тебя во рту? Шарик, что у тебя во рту? Шарик, открой рот. Шарик, мы уже далеко от дома. Жор, зацени. Я нас нарисовал. Да, круто. Ага, круто, да. Круто. Платон, открой дверь, пожалуйста. Не могу. Я очень сильно занят. А, Шурик, сколько раз я тебе говорю? Ключи! Платон! Там он! Какой такой он? Он Сергеевич! Он Сергеевич? Он Сергеевич, он же арендодатель. Родился в боевике 80-х. Агрессивный снаружи, добрый внутри, когда Шурик заносит деньги. Характер скверный, женат. Ну что, сосунки, игра окончена. Настал час расплаты. Свет, газ, интернет. У вас время до захода солнца. I'll be back. Звони Шурику! Шарик, я начинаю паниковать! Звоню Шурику! Ну где же этот долбой... Шурик! Куда ты так торопишься? Шарик, стой, что у тебя во рту? Даша, привет! Ну я в общем вышел, вот, и тут, короче, типа, вот, пук-пук, вот, а потом с Ренькой, ну и вот. А, так Шарик что-то съел с пола, ты попытался вытащить это из его рта, но он выбежал из квартиры, и ты пытался его догнать, но встретил меня и споткнулся о камень, верно? Да нет, просто новая серия Шурика и Шарика вышла. Бегом смотреть по ссылочке в описании. А вы же менеджер кофейни? Нет, я менеджер рекламы. И прямо здесь могла быть ваша реклама. Да, ты довольно точно все пересказала. Шарик, что у тебя во рту? Шарик, что... Ты чего, не расстраивайся. Найдем мы твоего Шарика. Ну вот, куда он мог по-твоему отправиться? Рублей. Простите? Да шучу, дружбан. 45. Персональная скидка. Да вы не понимаете. Человек, владеющий информацией, владеет миром. Ребята, ну сколько можно вам повторять?
Есть три вида активов: бизнес, недвижимость и бумаги. Жор, зацени! Я сделал нас из листовок. Да, Платон, очень красиво. Красиво, но не прибыльно! Алло. Поздравляем! Вы выиграли 1 000 000 рублей! Блин, круто! Но это не мой телефон. Да, но это совершенно не важно, ведь приз может забрать кто угодно! Солнце почти зашло, а мы ни бакса не заработали. Выселят гады. Жора, не парься, все будет окей. В деньгах нет счастья, я знаю, поверь. И где-то я слышал уже этот бег. Откуда не вспомню, но вспомнил это из Adventure. Так, погоди, ты все это время так умел? Ну, да. Гениально. Гениальная бизнес-идея. Мы там же, откуда начали. Мне кажется, Шарик уже не найдется. Не переживай, Шурик. Знаешь, мама мне говорила, что питомцы всегда возвращаются домой. Уверена, Шарик тоже вернется. Может, ты права. Ой, привет! Ой, ребят! А вы что тут забыли? У нас появилась возможность путешествовать, познавать мир и получать новые эмоции. В смысле? Нас выселили из квартиры. И тебя тоже. Точно! Сегодня же день расплаты. И вы ничего не придумали? Конечно, придумали. Мы делились музыкой, спать... Нет, не придумали. О, привет, Шурик. Но он, Сергеевич, не может просто так выбросить нас на улицу? Так, без паники. Я ему сейчас позвоню. Черт, да где же... А, так вот почему ты не отвечал. Держи свой телефон, который ты оставил дома в начале серии. Шурик, ты упустил свой последний шанс. Все, поезд ушел. Остановись-то, бэйби, капут, это конец! Нет, мы можем оплатить прямо сейчас. Простите, пожалуйста. Прощают родственники, а я наказываю. Жестоко наказываю. К тому же я уже нашел нового жильца. Мистер Болсон, подождите. Я должен разобраться с призраками прошлого. А? Шарик? Это ты? Он дома, прямо как ты и говорила. Откуда ты знала? Ну вот видишь, я же тебе говорила. Ох уж этот Шарик. Да, говорила, но знала это откуда. Ребят, подождите, она же реально знала. Ребят, это правда очень странно. Почему вы смеетесь? Я не понимаю. Что происходит? Почему вы мне не отвечаете? Платон! Жора!